друзі, рясніє вже мій стол гарними такими інформативними продукціями, безумовно, моїми гарними гостями. До нас цього ранку завітала Любов Варюхіна, заступник директора Центральної бібліотеки імені Марка Кропивницького, координатор проєкту «Моя нова поліція», та Анжела Цуканова, завідувач відділу інформування органів місцевого самоврядування Центральної бібліотеки імені Кропивницького. Доброго ранку, дякую, що прокинулись, завітали. Я вас представляла і лунало слово «поліція». Отже, як здогадались наші телеглядачі, сьогодні ми будемо говорити про поліцію. І саме перше питання, як саме бібліотеки співпрацюють з новою патрульною поліцією, про який проєкт сьогодні буде йти мова, адже ви будете про проєкт розповідати, і чому в ньому приймає, бере участь саме бібліотека? Будь ласка, вам слово. Ну, наверное, начну я, как координатор проекта. Ну, на самом деле, немножко необычное сочетание в библиотеке, ну, патрульная полиция. Но все на своих местах, потому что библиотеки, в общем-то, работают не только как информационные центры, как социокультурные центры, но и библиотеки, централизованные библиотечной системы для взрослых города Николаева, известны как коммуникативные площадки, как коммуникативные майданчики, как центры поддержки общественных инициатив. И вот в данном случае вместе, совместно с международной организацией «Айрекс Украина», это бюро международных исследований и обменов, с которым мы, библиотеки, публичные библиотеки Украины, сотрудничают очень много лет, с 2010 года. Вместе реализуем проект поддержку, общественную поддержку реформы национальной полиции. И проект называет, имеет очень красивое название «Моя новая полиция». Ну, наверное, нужно сказать, что этот проект реализуется в 6 областях, в 6 городах Украины, где уже реформа началась, где уже работает патрульная полиция. Так и все украинские. Да. Проект, да. А нацелен этот проект на создание доверия, на формирование позитивного образа нашей новой патрульной полиции. Речь идет именно о патрульной полиции в городе Николаеве. Этот проект реализуется в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Николаеве. Всего в нем принимает участие 36 публичных библиотек Украины. Он реализуется с января по апрель. И 180 мероприятий, а это должны быть обязательно встречи, настоящие, живые встречи с настоящими патрульными полицейскими в библиотеках, школах, на площадках городских, должны пройти в ходе этого проекта. На нашем месте были уже так зустречи? Да, у нас в Николаеве реализует этот проект Центральная библиотека имени Кропивницкого. 4 библиотеки-филиалы нашей ЦБС. Это 16-я библиотека, которая находится в микрорайоне Терновка, 12-я библиотека, которая находится в Ленинском районе возле железнодорожного вокзала, 5-я библиотека, это микрорайон Лески, и 18-я, это Корабельный район, а также областная научная библиотека имени Гмырева. Центральная городская библиотека. Я сказала, да, библиотека Кропивницкого, я назвала первую. Вот, и уже в этих библиотеках прошло ряд мероприятий, это были и встречи с патрульными полицейскими в формате «Живая библиотека», где живой книгой выступал экипаж патрульной полиции. Цікавинка, да? Жива книга, полицейский. Полицейский. Это такой интересный формат, когда да, могут участники задать любой вопрос, который их интересует, который касается конкретно этого человека, который приходил к ним на встречу. Также это были театрализованные ролевые игры, в которых участвовали дети, школьники и так же само патрульные полицейские комментировали вот такие вот ситуации, которых мы вызываем 102. И, конечно же, это были профориентационные встречи для учащихся 10-11 классов, которые хотят, может быть, даже служить в полиции, и которых интересовали такие вопросы, как пройти отбор, как он проходил у нас в Николаеве, и что надо для того, чтобы стать настоящим патрульным полицейским. Это уже корисно, да, информация? Очень. Я хочу сказать, что мы очень активно сотрудничаем в этом проекте, и наши первые помощники – это пресс-служба управления патрульной полиции города Николаева, которому мы очень благодарны, в первую очередь, старшему инспектору пресс-службы Шкуренко Роману Валерьевичу и психологу Маковенко Светлане Николаевне. И во встречах уже приняли участие 44 патрульных полицейских. Всем большое спасибо. На встречи приезжают целые экипажи патрульных полицейских. Такие залюбки вони, да, такие активные, да, суспільні, да, полицейские. Нужно сказать, что поскольку этот проект имеет всеукраинский уровень, то, конечно, он идет при поддержке Министерства внутренних дел Украины.
И вот такую красивую рекламную продукцию, она тоже изготовлена при поддержке посольства США в Украине. А если точно назвать, такое длинное название, значит, Бюро по международной борьбе с наркотиками и правоохранительной деятельности Департамента США в партнерстве с Международной организацией по развитию права поддержала этот проект. В общем-то, в Україні і у нас в місті Миколаєві. Так, ну бачу і магнітики, і такі сумочки, і значки. Якщо хтось побачить з такою сумочкою в місті Миколаєві жителя, вже можна сказати, що це учасник зустрічі з патрульною поліцією в бібліотеках міста. Так, такий знак бісневальний. Так? Ми поговорили про те, що було. Давайте про найближчий проєкт більш детально хотілося подробиці. Буквально перше мероприятие, на яке я хочу пригласити, воно состоїться іменно сьогодні, 25 числа, в центральній міській бібліотеці в 5 часов вечора. Це зустріч общественності з прес-службою і екіпажем патрульних поліцейських на тему возрождения доверия к правоохранительным органам. Дуже важливо, это традиционная встреча на открытой информационно-просветительской общественной площадке «Новый Николаев». Такая площадка в Центральной библиотеке работает уже 3 года. Постоянно ее участники знают. На этой площадке обсуждаются самые актуальные вопросы развития нашего города. Я приглашаю всех желающих прийти познакомиться с патрульной полицией сегодня, 25 февраля. 5 часов вечера в Центральной городской библиотеке Потемкинская, 143А. Телефоны 24-40-41, 24-41-20-55-03-60. И хочу еще анонсировать и пригласить всех к участию. Масштабный такой проект. Да, еще у нас планируется. И мы уже объявили, 16 марта мы планируем организовать в Центральной городской библиотеке фотовыставку «100 дней работы новой полиции в Николаеве». 5 декабря открылась, начала работать патрульная полиция в нашем городе. И мы хотим организовать вот такую фотовыставку. Но чтобы она была таким коллективным трудом наших николаевцев, мы внесли туда небольшой элемент конкурса. Все-таки фотографии мы будем отбирать на конкурсной основе. Изготовление фотографий, организация фотовыставки за счет проекта. Мы приглашаем как профессиональных фотографов, так и непрофессиональных фотографов к участию в этой выставке. Такой опыт сотрудничества с фотографами у нашей библиотеки уже есть достаточно такой продолжительный, и мы думаем, что выставка станет тоже таким элементом развития доверия к новой патрульной полиции в нашем городе. Зрозуміло, скажіть, а фотографии, вы кажете, будут на конкурсной основе, они мають мати якийсь сюжет, чи які ми мають бути фотографии? Да. Розкажіть, чтобы зрозуміли. Вы совершенно правильно сказали, да. Они должны носить именно сюжетный характер и должны отражать различные моменты деятельности патрульной полиции. Но это могут быть в том числе и парадные фотографии. Мы все помним открытие патрульной полиции на площади возле Дворца судостроителей. У нас уже есть ряд поданных фотографий на конкурс. Активные люди, да, я не буду открывать секреты, кто подал уже фотографии, но приглашаем всех желающих фотографов принять участие в этой фотовыставке. Мы планируем открыть ее 16 марта, и дальше она будет у нас демонстрироваться еще какое-то время. Поэтому мы приглашаем и на фотовыставку, объявление еще дополнительно будет размещено как в социальных сетях и в интернете, так и приглашаем и фотографов к участию в этой фотовыставке. Ну, конечно, традиционно это уличная акция, которая пройдет у нас 16 апреля, через месяц после фотовыставки. И тут есть такой момент. У нас будет одновременная уличная акция. 16 апреля, это суббота. Все 5 библиотек централизованной библиотечной системы для взрослых одновременно проведут уличную акцию возле своих библиотек с участием экипажей патрульных полицейских. Поэтому мы очень благодарны за такое активное сотрудничество и управлению патрульной полиции. И нам кажется, что это очень хороший, позитивный момент налаживания и правопорядка, и безопасности в нашем городе, и налаживания коммуникативной связи, и благополучного развития нашего города. И, конечно же, доверие к новой полиции, это очень важно. Ну да, если мы будем доверять, то они, напевно, что-то будут и нам помогать. Моя полиция, моя. У меня еще уточнение щодо фотографии.
яку кількість можна відправити? Чи можна одну, чи можна там ще безліч? Ми не ограничували, поскольку все-таки присутствует конкурсный момент, то есть эксперт-специалист будет отбирать фотографии, поэтому есть желание отправить больше фотографий, ничего страшного, мы с большим удовольствием примем эти фотографии, поскольку помимо того, что фотографии будут распечатаны, мы можем все фотографии, которые не попали в, собственно, на размещение в фотовыставку, мы можем разместить в фотоальбомах в социальных сетях, и это тоже будет очень хороший момент популяризации работы тех фотографов, которые примут участие в этой фотовыставке. Ну, а требования к все дополнительные требования, которые я не называла, вот к этой подаче фотографий, они все есть на сайте Центральной городской библиотеки. Наш сайт легко запомнить или найти в поисковых браузерах — Центральная местная библиотека имени Кропивницкого, и там есть объявление, или на аккаунте Центральной библиотеки в Фейсбуке, там тоже есть достаточно развернутое обращение. И есть группа в Фейсбуке «Библиотеки и новая полиция». Это проект, те библиотеки его ведут, которые участвуют в проекте. Не только Николаев, это и Одесса, и Днепропетровск, и Львов. Да. Ну и нужно, наверное, еще сказать, что вот сейчас у нас всего 25 должно пройти мероприятие, прошла уже половина, и, в общем-то, общее количество участников встреч, которое было, это уже 600 человек, 600 николаевцев. В основном, конечно, это молодежь принимает участие. Активно. Да. Это добро, что у нас такая молодь, правда? Да. Еще нужно сказать, что достаточно серьезная встреча была в библиотеке номер 18, Корабельный район, которая очень активно сотрудничает с общественностью, с общественным советом Корабельного района. И встреча в этой библиотеке именно была посвящена налаживанию связи с общественными формированиями патрульной полиции. Она проходила при участии представителей администрации Корабельного района. То есть в этом проекте мы стараемся познакомить как пересечных рядовых горожан, молодежь, детей, людей пожилого возраста, так, в общем-то, и представителей СМИ, и мы приглашаем вас также на наше мероприятие, и у нас журналисты принимают очень активное участие, так и рассчитан и на знакомство органов местного самоуправления, городской власти с деятельностью патрульной полиции в городе Николаеве. А о мероприятиях, которые у нас будут проходить уже в марте, ближайший пресс-анонс обычно мы выставляем, как мы говорили, еще раз на страничке библиотеки в Фейсбуке. Пресс-анонс печатается сразу на весь месяц, и те, кто хочет посетить эти мероприятия, могут узнать, в частности СМИ, могут узнать из нашего пресс-анонса, там указывается место проведения, адрес и время, и кто будет присутствовать на этой встрече. Дякую, тобто все відкрито, головне бажання, відкривайте і приходьте на ці заходи. Дякую вам, ви молодці, гарна справа, сподіваюся, що така взаємодія буде продовжуватись. Отож, Любов Варюхіна, заступник директора Центральної бібліотеки імені Кропивницького та координатор проєкту «Моя нова поліція», та Анжела Цуканова, завідувач відділом інформування органів місцевого самоврядування, були у нас в гостях. Дякую, що завітали, гарного вам продовження дня.